Приветствую вас, мои дорогие зрители, с вами Лилия Донскова, и сегодня я вам расскажу о новинке от компании Oriflame, мимо которой я не смогла пройти, просто потому что это магия, которая сделает наше лицо еще более выразительным, красивым, свежим и сияющим. Итак, это новый хайлайтер серии The One Illu Skin. Сейчас покажу, как он выглядит. Такой волшебный маленький флакончик, полный, налитый золото, с пипеткой, приходит в коробочке, все запечатанное. И сейчас мы с вами посмотрим, как этот хайлайтер будет работать на лице, потому что он отличается от всех предыдущих, которые у нас уже были. Итак, давайте попробуем. Итак, что же это за маленький волшебник? Сначала расскажу вам, чем он отличается от предыдущего хайлайтера, тоже кремовый у нас был хайлайтер Oriflame, то есть этот хайлайтер более густой, кремообразный, этот же он прям как жиденькая водичка, прям вот как капля, и он классно растирается, то есть наносится на кожу, и более такие сочные золотистые частички, даже не знаю, какие слова подобрать, но это такой вот микс сияющей пудры для более такого заметного результата. Сначала перед нанесением его надо так вот болтыхать. Кстати, если использовать сухой хайлайтер, то не так вот удобно его наносить точечно, то есть жиденький хайлайтер можно маленькой кисточкой положить именно в ту точку, куда вам нужно, то есть в уголочек глаза аккуратненько, то есть на кончик носа, над губой. Но сейчас мы все с вами посмотрим. Итак, сболтыхали, можно носить двумя способами. Первый, прям просто из пипетки класть туда, куда нужно, но это не всегда удобно, особенно если это маленькие участки. Я наношу так просто на руку, буду использовать ее как палитра, такая милая пипеточка. Вот, потом я беру кисть, обычную плоскую кисть, и наношу, смотрите, каким образом. Смотрите прямо, видите, где у вас заканчивается радужка глаза, вот это у меня она голубая, голубо-серая, и самая выпуклая точка, то есть сюда ближе к носу я не двигаюсь, только вот отсюда и вверх, то есть набираю небольшое количество средства, наношу на выпуклую точку припечатывающими движениями, смотрите, она просто как водичка, жидкая, золотая, и пальчиком, кисточка мне уже не нужна, начинаю вбивать, то есть моя задача, чтобы самый яркий блик остался именно на этой выпуклой точке. И в тот момент, когда вы чувствуете, что вот все, оно уже быстро подсохло, я чувствую прям, как уходит эта влага, и подушечками пальчиков, как спонжиком, я начинаю растирать, чтобы это не было просто четким пятном, то есть вот эти вот границы я тащу в стороны чуть-чуть, видно? А сам блик самый яркий, он так и остался на этой выпуклой точке, и мы уводим вот сюда, заводим к виску, то есть все мы сделали. Можно кисточкой, можно спонжиком, все, что вам удобно для использования, то вы и используете. Следующее, я беру кисточку поменьше, набираю на нее чуть-чуть со своей палитры и наношу на кончик носа, то есть не на низ кончика, а вот тут сверху, вот он кончик, вот он наверху, то есть если вы сбоку посмотрите, то кажется это здесь, но надо чуть выше подняться, то есть чтобы не светить вот эту точку, а именно верхнюю. Также аккуратненько пальчиком вбила чуть-чуть вверх, так, готово. Следующий момент, набираю над верхней губой, над губой, не к носу тяну, а чуть-чуть вот прям по контуру губы, только верхний, нижнюю не нужно трогать, так. За счет этого, смотрите, губка сразу стала пухленькая и объем добавился. Когда мы нанесем помаду, то этот блеск хайлайтера будет подсвечивать помаду, и она, губы также останутся пухленькими и более эффектными. Еще момент, набираю чуть-чуть, можно этой же кисточкой, и наношу вот на выпуклое место под бровью, вот это вот, где орбитальная косточка, вот сюда наношу, можно чуть побольше. Так, и пальчиком растягиваю. Смотрите, сразу глаз стал более распахнутый и раскрытый. Я специально делаю на одной стороне лица, чтобы было заметно,
Какая разница? То есть что происходит с лицом, какой оно сразу становится более светлое, здоровый цвет у него такой приобретается, какое-то нарядное даже, я бы так сказала, лицо. Угу. И еще маленькой кисточкой, прям можно взять самую малюсенькую, набираю чуть-чуть средства и наношу на уголочек глаза. Вот это местечко, чтобы тоже засияло. Угу. Так, вот таким образом. И все. Представляете, как просто. Я думаю, что это средство займет достойное место у каждой девушки в косметичке. Расход очень маленький. Если вы видели, я прям одну каплю использовала, и мне бы хватило на все лицо, если я делала бы сразу. Что, девочки, я нам желаю становиться с каждым днем еще красивее, более сияющими, чувствовать себя невероятно круто, потому что когда на нас смотрят отражение в зеркале, прежде всего мы должны себе нравиться, но и окружающим тоже. Жду ваших отзывов. Брали ли вы уже это средство, расскажите, как оно вам понравилось, это жидкое золото, будете ли вы его рекомендовать другим людям. Просто напишите, получилось ли у вас, видите ли вы эффект или разницу между сухим хайлайтером и кремовым. Но я вот, например, влюбилась в него сразу с первого взгляда и считаю, что это такое универсальное средство. И самое главное, какое оно удобное, маленькое, не займет много места в косметичке, и когда его достаешь, то оно просто очень красиво смотрится, сразу привлекает внимание, интерес, а что это, да? Таким образом мы с вами можем также находить новых клиентов. Угу. До новых встреч! С вами была Лилия Донскова. Желаю всем счастья и красоты. Пока-пока!